кадр мир не закрыли, мы давали там уроки для публики. Зараза. Что? Нет, сука, нет! Сучка! Фу! Совсем не умеешь, что ли? Рыбки. Рыбки. Далила, ее душа мне знакома. Ты за все заплатишь, герцог. Выглядит он ровно как герцог. Некоторые отличия есть. Ну, допустим, герцога Лыку ты отличишь, но как бы... Не знаю. Если не я, то и плевать, кто там будет. Я уж не знаю, кто хуже. Герцог... Один готов тебя... Любой как... Свои... Бесы! Что это было? Выходи! Получай! Бежать далеко не уйдет! Нет! Защищайте капитана, мать вашу! Что пиздец завалил, блядь? Долго думала, надо было... Чаще кисочком своим махать. Я уж не знаю, кто хуже. Один готов тебя высечь за небольшой взгляд, а второй утомить тебя до смерти. Куда это ты собираешься? Она мертва! Очки. Даже тузики здесь есть. Хорошо им тузиком-то. Плевать, кто это будет. Тебя высечь за... Ну давай, разберемся! Феноменальная херня. Плевать, кто это будет. Лети на мою голову!
Ну все, тебе конец. Вернемся завтра вечером. Как... Думаешь, тебя не слышно? Нет. Эй! Никуда ты не денешься. Тому, кто прячет лицо. А ну вернись! Ага, сейчас, блядь. Бежать некуда! Ни хрена себе стрелочек ворошиловский. Сучка вот эта вот, блядь, орущая. Так, слева будет стража, понятно. Люди, говорит, на помощь. А чё она там стражником стояла-то за углом? Она подстилка, блядь, не местная. Один готов тебя высечь, а кто-то есть. Ну давай, разберемся. Зараза! Что это было? Говноед. Говно кто? Сучка, какие шустрые стражники. Нет, их так много, кстати, но это вообще интересно. Но вот этот непредсказуемый исход. Я уж не знаю, кто. Что? Ну давай, разберемся. Ты сука! Нет! Сука, нет! Блять, да что ты? Матрица, что ли, ты не смотри, упырь. От создателя Чебурашки и Матрицы. Блять, чай кончается. Кто это будет? Собираешься? Музик, все, там сразу ногу отгрыз, слежок, ушел он сделал. Что ключ всегда при нем. А то. Провернемся завтра вечером, когда в патруле... А? Ничего не... Точно нажимают, сука. Нормальный такой исход событий. А, чё? Надо смотреть. Никуда ты не денешься! Ах, ты ж иди твою диклопостину, блядь. Ах ты ж. Так долго восстанавливается магия. Очень долго. Прыжок, прыжок и свалил. Все. Тут же непонятно, что происходит. Че, может, не гранату закинуть? Плевать. Кто? Ну, так, как вариант. Я уж не знаю, кто. Так, что у нас там есть? Один готов тебя высадить, а, блядь. Блядь. А второй утомить тебя до Тишь.
Ну что, болтов нет? Давайте достать невозможно. Прокрути мою голову! Я не хочу умирать! Ты труп! Кто тут говорит? Эй, и куда это ты собираешься? Никуда ты не денешься. Быть не может. Чтоб тебя! Бежать! Я тебя накушу! Блядь. Как суть, как руки завалили. Ну это вот... Все равно уже какое-то продвижение идет. Плевать, кто это будет. Я уже не знаю, кто будет. Один готов тебя выпустить. Твой косык. Эй, кто? Это не... Что за... Это там, блядь. Это не надо. Что? Помоги! Конечно! Прикройся! Ну все, тебе конец! Вали, вали, блядь! А это уже так лёжа оказывается. Быстро! Никуда ты не... Стойте! Ты заплатишь за его смерть! Фу! Ладно, тупица! Не уйдешь! Эй, в чем кто дело? Здесь? Вы что-то видели? Прикройте! Дорогу да. И тузик прихожу. Это что было? А сейчас я тебе покажу! Не дарю машине! Нет, сука, нет! Прикройте! Да ну! Сука, отрубили обе ноги нахуй. Сейчас вообще полстника. Не нравится. Что-то не... О! Что, никто не пойдет к этому, что ли? Нужно было
совершить косячок, как обычно. Ну как без косячка-то вообще вот, в нашем вот этом сложно гейме. Ну. Посмотрим, что там у тебя. Бежать некуда. Отойдись! Дорогу машине! Зараза! Ах ты, сукин пух, какой машине дорогу. Тут где-то роботех? Плевать, кто там будет. Я уж не знаю, кто хуже. Один готов тебя высечь за любой такой. Нет. Прячь на мою голову! Охренеть как. А как мне их валить-то, блядь? Ну если вот так вот все шустро, как бы оно, блядь, ну пока долетел. Плевать. Кто-то. Мяк-чмяк буквально еще каких-то. Я уж не знаю. До тех пор, как я надел, никуда ты не денешься. Да, принял. Интересно, кто это был? Зараза! А ну вяжись! Бежать некуда! Она далеко не уйдет! Не уйдет! Проклятие на мою голову! Я не хочу умирать! Саша! Люди! Убийство! Не может быть! Эй! Что? Да нихуя. Чего, что у вас тут конкретное мочило его прет, блядь? Что он говорит? Плевать, кто там будет. Я уж не знаю. Высечь за... От меня не уйдет! Сейчас... Знай свое место. Ах, блин, что с... Ух ты же. Плевать, кто там будет. Я уж не знаю, кто. Один готов тебя высечь за любой такой взгляд, а второй утомить тебя до смерти. Пора собрать трофеи. Раз забыл, так мне во имя пи... Что с... Что ревешь? А нахуй. Кажется, там что-то есть. А? Что происходит? Стой!